С весной вас у нас первый день весны, такой знаменательный забавный смешной. Милые девушки Наташи, прошлогодней весной, у него кавалер, один славный офицер. Ничего плохого нет, если не 20 лет, но прощай. Чтобы все в моем песне было ясно только мне. Как же мне писать, ребенка, жди меня, и я вернусь. А ты пиши, что цистерна, солнце и цвет. Если любишь, то пиши, дождь идет, у нас пиши. Ну, а коль любовь пройдет, напишешь, вот снег идет. Время учиться, и Наташа уговор забыл давно, от любимого Аркаши ждет подробное письмо. Но пришла открытка вдруг, что же пишет, милый друг? Дождь идет, и у цистерны солнце и цвет. Отправимся до обеда, снег пошел. Кто ли дождь, кто ли снег, кто ли любит, кто ли нет. Может целый год читать, ничего нельзя понять. Мы здесь вам сожимаем свою. Если любите, пишите просто. Я тебя люблю. Ничего плохого нет, если любишь 20 лет. Я даже 40 лет. Когда-то в одной из своих программ великий поехали! Да.
наполовину похудела. Там моя дочь. Малютка. Господи, я не могу уже. Гамулак Светлана Георговна. Год рождения? 71-го, 14-го. Статья? 158-я, 2-я, 159-я. Срок? 5 месяц. Куда едете? Покров. Пойдем, пойдем. А львица нельзя, у нее не стою львятки, котятки. Ей не сниматься, не уловаться. А я за весну, я за волнение. Кто против, у меня разговор простой. Фильм уже мне на удачу не смотрели. Как никак доцент играл. Мне педагогика простая. Пасть порву, морал выпили. По окончанию средней школы 1960. И он дал мне свой ответ от лица своего киногероя из кинофильма «Зимний вечер в Гагах». Жизнь прекрасна, у материка, беззаботно, легка, ярка. Целый день напролет готов, он порхать среди цветов. У актера весь день дела, он работает, как пчела. Хоть работу его порой называют. Жизнь актера не мед, жизнь актера не мед. Не мед, на первый взгляд, удивительно, не правда ли? Но факт. Как он будет на гастролях, и наши гастроли совпали на пороге. Вышел мультфильм «Водяной», где Папанов играл «Водяного», озвучил с этой песенкой. На это было написано, значит, на этой мелодии. «По волчья обличии, по глупой граничии, какая гадость всех, жизнь моя жестянка, суют меня в болото, дают мне роль поганок, а мне бы вас
И вас сыграть охота. Сыграть бы мне Отелло. О, я... А было время, когда в одном концерте, одним номером, артистами, собравшимися при этом, вот такую сценку на весеннюю тему. Такие рыжие сусами. Таракан. Ну как ты гоняешь? Как ты гоняешь? Я не один, мы всем коллективом. Мы гоняем, а нет нас на верхней этаже. Жильцам жить уходит. Но совсем не только на лето, зима. Ну и, конечно, что ты умеешь, то люби. Вот так же. Любви, дружбу, уважение вам. Пудоха Шляга. Вот солист этой группы Леонид Кабанов. Ну что, как дела у вас? Вот он, цивилизация. Вроде бы у вас такого самого пола сейчас. Разогрели. Мои наши. Держит нечем, и тебе сегодня очень нелегко, но и мне поверь совсем не легче. О, ты моя наивная ошибка, ты обман, что так волнует кровь, стала пыткой для меня попытка уличенье превратить любовь. Стала пыткой для меня попытка уличенье превратить любовь. Ну где же ваши ручки-то, а? Что мы так можем? Начальник ты выразил решил помнить сегодня. Давай, давай. Вот эта женщина около входа хорошо пробует, да? Да, вот он ее. Смотрел бы эту передачу и заснял бы этот момент, как он слушает там. Даже сказала. А, он сказал, что родила. Родили позавчера родила, позавчера родила. То есть мы бы хотели поговорить с вами, чтобы вы нам немножечко рассказали. А, так сказать, какой-то ситуации. Я Александр, кроме да. Если у меня Сашки нет, можно зайти. Да, потом, Александр, вдруг вы сегодня ведете прием, к вам кто-то придет, да? Да. Ну, как-то это тоже можно было бы там снять, да? Можно роддом снять. Роддом, да. Стационар можно снять. Вот, мы хотим просто... Ну, он пустой, но хоть показать, что там есть как-то. Роддом пустой? Муж пригласит цвет. Муж спонсор. Сейчас. Да? Когда сейчас я вот кадр сниму. Все. Здравствуйте.
Здрасте, дорогие больные. Как дела у вас? Ничего. Женщина у нас находится с воспалением придатков, лечится. И подозрение на мочекаменную болезнь. Вот ведет ее и терапевт, и гинеколог. Вот. Но сейчас больше у нее сводится клиника. Температуры нет. Мочишься так же часто, да? Вот. А анализы сдавала? Да. Анализ сдавала. В анализах у меня там белок небольшой. Проскальзывает. Анализ. Извините, пожалуйста. Значит, такая ситуация, что вот мы... Девушка, как вас зовут? Меня Катя. Катя. Вот мы с Катей... Ну ничего, подыграете, да. Так, вы что-то задаете? Спускаться теперь туда, да? А зачем? Я ж ничего не сделала плохого. Да ну что вы, это хорошая да. история. Вот в ординаторской все можно поставить. Ага. Сюда пришли, чтобы вам показать, что ага. Что-нибудь есть. Ну, я плохо понимаю. Да. А ребенка уже вместе с мамой? А, да совсем маленькие были там. Маленькие, он только родился, ему там 10 лет. Да, Миша утром снимал, 9 утра. Ну, они не были так маленькие. Нет, он... Так, мы сейчас лет будем делать? Еще камушки давай. Да, все? Все собрали, дочь? Все мои кошечки. Пом, все собрали. Давай еще кошечки. Ой, какая-то. Тина. Кристина.
Автор Манды мой поздравится. Ты что мне дала, Маша? Поцелуй грифа. Мама, смотри, с мамой будет собирать пряники, да, Дима? С мамой будет пряники собирать. Я ее положили. Покажи, как это можно. Смотрите. Дима, с мамой, играй с мамой. Дима, где будет? Выпали, мама. Где цветочек? Вот цветочек. Что? Ну вот эту книжечку. Давай, читай, Дима. Где рыбка? Где рыбка? Вот рыбка. Надо. Разбирать будешь пирамиду? Вот, Дима, как играет у нас мама. Ну, давай, мама, приступай. И как сделаем? Вот. Давай, собирать. Собирай, Дима. Красное. Повтори. Красное. Красное. Угу. Зеленое. Thank you.
прошедшую ночь происшествие в учреждении не допущено. Распорядок дня соблюдал полностью. Пища, противопожарно-санитарное состояние объекта учреждения удовлетворительное. При проверке КСП нарушение не выявлено. Связь, сигнализация, освещение, основное ограждение в рабочем состоянии. При проверке ОПХ, ВПК, ДМР, сторожевой службы, караула нарушений не выявлено. Съемы... Все. А что там? Лампочка. И связь там тоже на радио. Отчетность готова. Политика, что нужно сказать? Здравствуйте! Вот что нужно сказать. Какие хорошие ребята у нас, да? Хорошие ребята у нас? Хорошие. Ну-ка, давайте скажем, как кого зовут? Как тебя зовут? Ляна Бутракова. Ляна Бутракова. Алло, прям на стульчике, на около стульчика своего. Расскажи. Расскажи нам стихотворение. Если все путики, путика будет, и одену тика, водит ноги. И на землю тихо падает, ложится. Вот что мы вчера с вами наблюдали. Снежок белый, да? Какой снежок был на улице? Снежок был белый, а еще какой? Пушистый, да? И снежок там. Уточку с утятками, кря-кря-кря, да? Уточку с утятками, вот как мы. А теперь хотите поиграть? Хотите. Хотите, а теперь тихонечко поиграй. Кто чем хочет поиграть? Карина. А Карина чем будет играть? Посмотрим, а можешь играть. Это тихонечко. Если вы взял книжечку, значит идет за стол, берет стульчик и садится за стол книжечку. Антоша у нас не выберет сегодня, что он будет смотреть? Чего он будет? Книжечку будет смотреть? Иди. Покажите, дядя, как вы устроите, умеете домик строить. Паровозик, Данила, покажет. Как ты паровозик строишь? Паровозик. Иди возьми стульчик себе. Иди там выбирай. Вывози машину. Это колесики. Это колесики. Колесики возьму. Пусти, как стульчик. Ничего страшного. Да, да. Хорошие у нас ребятки. Еще дядя пришел. Посмотрите, видите, как он. Мне все внимание сконцентрировано там. А я по вам скучала. Походи. Сметана. У меня тоже ведь нема там или не кто-то. Сказать, что не намазали ее. Дима, Дима, куда он поедет? Димочка, твой сын. Куда поедешь, Дима? Карина! С мамой ты куда поедешь? Ла-ла! К бабушке, да? Так, она еще не с нами. Ла-ла!
разговаривала с новенькой. Так. Скажите ей, чтобы она подошла к старшей медсестре. И надо сюда у меня ребенка заполнить. Ладно? Пропустили, как ты переодеваешься. Не надо, Вера. Почему? Снимать. Вер, кофе готов, малый. Он одевается? Нет. Груди. Иди, иди. Ну, Вера, не буду. Не буду, он не будет. А никаких позор нет. Здесь это все естественно. Меня мама так тоже кормила. Тихо, тихо. Вообще. Конечно. Ну, ничего. А как ты поедешь домой? Ну и все, видишь? Вот бедный человек с своим детиткой. А маску-то? Маску. Она маску не взяла. Ну, у нас карантин, а не маска. А хочешь, чтобы красивее выглядит? Ну, какая? Может, маску снять можно? Да нет, я не сюда. Надо. Масочки, хорошо. На дяде слабый скажет. Я слетел, дядя-то с камерой. Попробуй. Он не будет есть. Попробуй. Сейчас будет кричать. Он не будет. Не будет. Алина, фамилия? Подростка, куда ему заплатить? Как? Ну еще раз, дай ему кому-то кормить, чтобы положить. Я не буду стремиться. Как зовут сам парня? Кирилл. Кирюха, давай не подводи мамку. Какой ты отчетный? Мальчик, девочка. Мальчик. Ну, погромочек, посмотри. Ой, молодец. Так, Мишаня, давай. Вам до свидания. Ничего, не знаю. Что говоришь? Домой ходят? Кто? Мамки у нас. Да, две. Ух ты, мой хороший. Да? Идиот. Ой, так смотрит. Ничего, не смотрю. Быстренько? Да. Ага, быстренько. Тем более, я не могу пошло, что досрочно. Че будет? Да и вообще... Что досрочно? Ну, а кто будет сразу?
спускаться теперь туда, да? А зачем? Я ж ничего не сделала плохого. Да ну что вы, это только хорошее. За историю. Вот в ординаторской все можно поставить. Ага. Сюда пришли, чтобы вам показать, ага. Что-нибудь есть? Ну, я здесь, я плохо понимаю. А ребенка уже вместе с мамой? А, да совсем маленький были. Там маленький, он только родился, ему там 10 лет. Миша утром снимал, 9 утра. Ну, они не были так маленькие, 2 лет. Нет, он... Так, Миша, свет будем делать? Еще камушки давай. Да, да. Все? Все собрали, дочь? Ты моя кошечка. По-моему, все собрали. Давай еще кинушки. Ой, какая. Тина. Кристина. Кристина. Автормаш. Это моя красавица. Ты что мне дала, Маша? Поцелуй Кристину. Мама, смотри, с мамой будет собирать пиамочку, да, Дима? С мамой будет пиамочку собирать. Я ее положили, куру положили. Покажи, как ты не можешь видеть. Смотрите. Дима, с мамой, играй с мамой. Дима, где буковка? Где цветочек? Вот цветочек. Что пришел? На вот эту книжечку. Давай, читай, где Дима? Где рыбка? Где рыбка? Вот рыбка. Надо. Разбирать будешь пирамиду? Вот, Дима, как играет у нас мама. Ну, давай, мама, приступай. И как сделаем? Давай, собирать. Собирай, Дима. Красная. Повтори. Красная. Красная. Угу. Зеленая. Зеленая. Вот как мы строим сюда, идет, построим сюда. Ой, какие красивые ребятки у нас. Смотри, да, я не пришел, да. Смотри, да, мы уже добили. А прокинул и
пить чай. Не пойду. Прошедшую ночь происшествие в учреждении не допущено. Распорядок дня соблюдал полностью. Пища, противопожарно-санитарное состояние объекта учреждения удовлетворительное. При проверке КСП нарушение не выявлено. Связь, сигнализация, освещение, основное ограждение в рабочем состоянии. При проверке ОПХ, ВПК, ДМР, сторожевой службы, караула нарушений не выявлено. Съемы... А что там? Лампочка. И связь там тоже на радио. Отчетность готова. Хорошие ребята у нас, да? Хорошие ребята у нас? Хорошие. Ну-ка, давайте скажем, как кого зовут? Как тебя зовут? Ляна Бутракова. Ляна Бутракова. Алена. Алена, на стульчике, на оба стульчика за него. Расскажи. Расскажи нам стихотворение. Если путите, потика будете, и одену тихо, водить на землю. И на землю тихо падает, ложится. Вот что мы вчера с вами наблюдали. Снежок белый, да? Какой снежок был на улице? Снежок был белый, а еще какой? Пушистый, да? И снежок там. Уточку с утятками, кря-кря-кря, да? Уточку с утятками, вот как. А теперь хотите поиграть? Хочу.
Катя, Катя, теперь тихонечко поиграй. Кто чем хочет поиграть? Карина. А Карина чем будет играть? Посмотри, она тоже играет. Это Тимофей. Катя взял книжечку, значит, идет за стол, берет стульчик и садится за стол книжечку читать. Антоша у нас не любит сегодня. Что он будет смотреть? Чего он будет? Книжечку будет смотреть? Иди, покажите, дядя, как вы устроите, умеете домик строить, паровозик, Данила, покажет, как ты паровозик строишь? Паровозик. Иди, возьми стульчик себе. Стульчик. Иди, там выйдет, вывози машину. Это колючки. Это колючки, колючки, поэтому пусть им так. Да, ничего страшного. Да, одна, пусть они. Одна, пусть они. Одна, да, пойдем, иди. Играйте, играйте. Дядя пришел на вас посмотреть. А вы покажите, какие вы хорошие ребятки. Хорошие у нас ребятки. Еще дядя пришел. Посмотрите, видите, как он... Иди, иди. Посмотри, девочка симпатичная. Давай. Видишь? Иди, иди. Так, идите на нас. Положи душ, девочка. Иди, дядя. Надя, идет сюда скорее. Я по вам соскучила. Они даже на меня не хотят. Вот я говорю, потому что, потому, что не ага. У них все внимание сконцентрировано там. А я по вам... Поехали! Да, да, да. Там моя дочь. Малиска. А, так, иди, иди, иди. Домик, иди, скорее, иди, иди. Машенька. Дядя, там. Господи, я не могу уже. Гамулак Светлана Георговна. Год рождения? 71-го, 14-го. Статья? 158-я, 2-я, 159-я. Срок? 5 месяцев. Куда едете?
кров. Пойдем, пойдем. А львица нельзя, у нее не стою львятки, котятки. Ей не сниматься, не уловаться. А я же весну, я же за волнение. Кто против, у меня разговор простой. Фильм «Жительнены удачи» не смотрели. Как никак доцент играл. У меня педагогика простая. Пасть порву, морал, выпили. По окончанию средней школы 1960. И он дал мне свой ответ от лица своего киногероя из кинофильма «Зимний вечер в Гагах». Да. Жизнь прекрасна, ума далека, беззаботно легка, ярка. Целый день напролет готов, он порхать среди цветов. У актера весь день дела, он работает, как пчела. Хоть работу его порой называют. Жизнь актера не мед, жизнь актера не мед. Не мед, на первый взгляд, удивительно, не правда ли? Но факт. Как он будет на гастролях, и наши гастроли совпали на пороге. Вышел мультфильм «Водяной», где озвучил с этой песенкой. На это было написано на этой мелодии. О, волчью я обличий, то глупый граничий, какая гадость всех, жизнь моя жестянка, суют меня в болото, дают мне роль поганок, а мне бы вас, и вас, и вас, и вас сыграть охота. Сыграть бы мне Отелло. О, я. Thank you.
готовится. Дай Бог вам оставаться. Тут половина-то, господи, сидят перед тарелком, вот так вот. В Германии будет показывать, не бойся, в России будет показывать. В Германии предлагается нашу советскую женщину. С весной вас у нас первый день весны, такой знаменательный, забавный, смешной. С милой девушкой Наташей, прошлогодней весной. У нее был кавалер, а это славный офицер. Ничего плохого нет, если не уже 20 лет, но прощаю. Чтобы все в порядке с ней было ясно только мне. Как же мне писать тебе, подожди меня, и я вернусь. А ты пиши на цистерны, солнце и цвет. Если любишь, напиши, дождь идет у нас пишет. Ну а коль любовь пройдет, напиши, что снег идет. Время учиться, и Наташа уговор забыл давно, от любимого Аркаши ждет подробное письмо. Но пришла открытая вдруг, что же пишет милый друг? Дождь идет, и на цистерны солнце и спокойно до обеда снег пошел. Кто ли дождь, кто ли снег, кто ли мы, кто ли нет. Можно целый год читать, ничего нельзя понять. Мы здесь вам занимаемся. Если любите, пишите просто. Я тебя люблю. Ничего плохого нет, если любишь 20 лет. Я даже 40 лет. Когда-то в одной из своих программ великий А было время, когда в одном концерте одним номером артистами, собравшимися при этом, вот такую сценку на весеннюю тему. Такие рыжие, сусами, таракан. Ну как,
ты гоняешь, как ты гоняешь. Я не один, мы всем коллективом. Мы гоняем, а нет нас на верхний этаж, жильцам жить уходит. Но совсем не только на лето зима. Мы бы хотели поговорить с вами, чтобы вы нам немножечко рассказали о, так сказать, какой-то ситуации. Я Александр, кроме того, если у меня Сашки нет, то не плачешь. Да, можно зайти. Потом, да. Вдруг вы сегодня ведете прием, к вам кто-то придет, да? Да. Ну, как-то это тоже можно было бы там снять. Да? Можно потом... роддом снять. Роддом, да. Стационар можно снять. Вот. Мы хотим просто... Ну, он пустой, но хоть показать, что, что там есть. Как роддом пустой? Может, пригласить цвет. Может, спонсор. Да. Сейчас. Сейчас я вот кадр сниму. Здравствуйте. Дорогие больные, как дела у вас? Ничего? Женщина у нас находится с воспалением придатков, лечится. И подозрение на мочекаменную болезнь. Вот ведет ее и терапевт, и гинеколог. Но сейчас больше у нее сводится клиника. Температуры нет? Мочишься так же часто, да? Анализы сдавала?
анализах у меня там белок небольшой проскальзывает. Извините, пожалуйста. Значит, такая ситуация, что вот мы... Девушка, как вас зовут? Меня Катя. Катя. Вот мы с Катей, значит... Ну ничего, подыграете, да? Так, Миша, садитесь.